Привет! Вы на канале Влади Гном. Да, и Влад сегодня вам показывает вот такие вот новые машинки и вертолетики в его коллекции. Да, вот такая вот пополнение коллекции Hot Wheels. Да. С чего начнем? Да, мы начнем с вот такого вот автобуса. Какой-то фургон. Да, да, открываем. Сейчас мы его откроем, посмотрим, что же это за фургончик нам сегодня попал. Да. Вот такая вот картинка у него, уже без машинки. И рассматриваем ближе нашу машинку. Вот такой вот стеклянная у него крыша. Там реально что-то даже можно увидеть. Руль у него с правой стороны находится. Это какая-то английская модель. Да, да, сейчас будем открывать дальше. Вот такие вот двери, они не открываются. Сейчас посмотрим, что здесь написано. Произведено в Малайзии. А модель не написана какого года. Ну вот такой вот. Кто знает, что это такое, напишите нам в комментариях. Пока мы его называем автобусом, да, Влад? Да. Следующая машинка, наверное, все знают, что это машинка из фильма «Назад в будущее», на которой профессор летал во времени. Вот. Колеса, Влад, покажи, какие смешные. Да, давайте мы вам ближе покажем. Смотрите, тут колеса вот такие вот идут. Такая вот сзади она вся интересная. Да, сейчас вертолет тоже покажем, Влад. Так, смотрим, что это произведено в Малайзии, тоже фирма Mattel вместе с Universal Studio. То есть это коллекционная машинка именно к фильму. Не, она, кстати, хорошо катается на этих маленьких колесах. Надо ее будет на треке испытать. Опа. Да? Опа. Автобус тоже замечательно катается. Да. Да. И смотрим, последний у нас вертолет, вот такой вот полицейский. Да, полицейский вертолет, Влад его больше всего хочет открыть, он его давно просит открыть. Да, с самого магазина мы хотели его открыть, еле-еле удержались. А он не дается еще открыться. Вот. Вертолета у нас Hot Wheels еще нету, это наш первый вертолет Hot Wheels. Давай мы его покажем сразу всем деткам. Вот такой вот вертолет. Со всех сторон. На лыжах он, наверное, на воду может садиться. Да, упала. Это коллекция, кстати, 2014 года. Да. А сейчас мы испытаем нашу машинку на нашем треке. Да, он летает. Конечно, летает. Да. Сейчас будем на треке испытывать машинку. Да. Да, вот мы приготовили наш трек. Сейчас мы покажем, как с него слетает наш мотоцикл. Влад, нажимай. Улетел мотоцикл. Так, теперь мы ставим нет. Мы запускаем наши новые машинки. Да, у нас трек для мотоциклов, но мы сейчас испытаем на нем машину. Нормально, улетела. Так. А машинка, которая... путешествует во времени. Она... А, у нее колеса из-за того, что они... Сейчас мы ее боком запустим. Кто когда видел, чтобы машинка летала боком? Влад, так она может улететь в будущее. Опа. Да, кажется, это был полет в не очень далекое будущее. Давай в далекое будущее запустим ее. Давай. Нажимай. Нет, она не хочет лететь. Да. Да, давай ее этой стороны попробуем запустить. Нажимай. Все, она улетела. Нету машинки? Да. Говори всем, вертолет? Да. Да. Ну, вертолет мы не планировали запускать, конечно. Кстати, у вертолета вот эта вот пластмасса. Да-да-да. Ну, давай, полетели. Все, нормально. Не, Влад, вот здесь вот. Летим. Улетели! Все! Влад, говори всем пока-пока! Пока! Пока, наши машинки все будут!
будущем.